приветствует московский транспорт. Автобус следует по маршруту номер 766 до остановки МЦК ЗИЛ. Следующая остановка – Управление социальной защиты. Приятной поездки. Давно без детей не ездили, да? Вот вам бонус, дети громкие. Ну и объявление громкое. Всем привет. Управление социальной защиты. Едем на ЗИЛ. Погода хорошая, настроение хорошее. Жириновский умер. Следующая остановка – стоматологическая поликлиника. Удаленное пополнение карты «Тройка» доступно на валидаторах наземного транспорта. Пополните карту в приложениях «Московский транспорт» или «Метро Москвы». Нажмите боковую кнопку на валидаторе, приложите и удерживайте карту. Приятных поездок! Темнеть уже начинает попозднее, не в 4 часа. Это такая тренировка перед летними путешествиями. Смотрю, сколько можно за один день маршрутов снять. Стоматологическая поликлиника. Мама, вау! Следующая остановка – метро Нижегородская, пересадка на Московское центральное кольцо. При выходе не забывайте свои вещи. О забытых вещах не трогайте, сообщайте водителю. Пассажиры Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линии метро. Акция «Время ранних» продлена до конца года. Каждое утро в рабочие дни выгодные поездки за полцены при оплате проезда картой «Тройка» или банковской картой. Подробнее на mosmetro.ru. Не, ну тут слишком громко. Прям по ушам долбит. Объявление. Но зато тише работает, любите. Я же только что на Ифазе ехал. На М7. Там объявление тише, но двигатель громче работал. Метро Нижегородская. Пересадка на Московское центральное кольцо. Следующая остановка – Хохловка. Пожалуйста, при входе приложите свой билет, безлимитную или социальную карту к валидатору. Убедитесь, что на валидаторе загорелся зеленый сигнал. Спасибо. Приятной поездки. Будьте вежливы. Уступайте места инвалидам, пожилым людям, пассажирам с детьми и беременным женщинам.
Как ловко. Следующая остановка – улица Верхняя Хохловка. Улица Верхняя Хохловка. Следующая остановка – библиотека. Библиотека. МЦД «Калитники». Пересадка на второй диаметр.
Современный университет. Мужской клуб Мими. Няня. Институт радиосвязи. Следующая остановка – Володья улица. Воловья улица. Бельмановская застава.
Большая Андроньевская улица, Покровский женский монастырь. Детский театр, парк Таганский. Удаленное пополнение карты «Тройка» доступно на валидаторах наземного транспорта. Пополните карту в приложениях «Московский транспорт» или «Метро Москвы». Нажмите боковую кнопку на валидаторе, приложите и удерживайте карту. Приятных поездок! Детский театр, парк Таганский. Следующая остановка – метро «Марксистская». При выходе не забывайте свои вещи. О забытых вещах не трогай их. Сообщайте водителю. Пассажиры Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линии метро. Акция «Время ранних» продлена до конца года. Каждое утро в рабочие дни выгодные поездки за полцены при оплате проезда картой «Тройка» или банковской картой. Подробнее на mosmetro.ru. Метро «Марксистская».
Таганская. Следующая остановка – метро «Марксистская». Метро «Марксистская».
переулок Маяковского. Пожалуйста, при входе приложите свой билет, безлимитную или социальную карту к валидатору. Убедитесь, что на валидаторе загорелся зеленый сигнал. Спасибо. Приятной поездки. Будьте вежливы. Уступайте места инвалидам, пожилым людям, пассажирам с детьми и беременным женщинам. Переулок Маяковского. Следующая остановка – поликлиника номер 104. Поликлиника номер 104. Следующая остановка – улица Гвоздева. Улица Гвоздева. Следующая остановка – метро Пролетарская. При выходе не забывайте свои вещи. О забытых вещах не трогай их, сообщайте водителю. Пассажиры Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линии метро. Акция «Время ранних» продлена до конца года. Каждое утро в рабочие дни выгодные поездки за полцены при оплате проезда картой «Тройка» или банковской картой. Подробнее на mosmetro.ru. Метро Пролетарская.
Метро Пролетарская, Южный вестибюль. Первая Дубровская улица. Пожалуйста, при входе приложите свой билет, безлимитную или социальную карту к валидатору. Убедитесь, что на валидаторе загорелся зеленый сигнал. Спасибо. Приятной поездки. Будьте вежливы. Уступайте места инвалидам, пожилым людям, пассажирам с детьми и беременным женщинам. Дубровская улица. Следующая остановка – улица Мельникова. Первая Дубровская улица, дом 18.
Следующая остановка – метро Дубровка. При выходе не забывайте свои вещи. О забытых вещах не трогай их. Сообщайте водителю. Метро Дубровка. Следующая остановка – первая улица Машиностроения, выход к МЦК «Дубровка». Пожалуйста, при входе приложите свой билет, безлимитную или социальную карту к валидатору. Убедитесь, что на валидаторе загорелся зеленый сигнал. Спасибо. Приятной поездки. Будьте вежливы. Уступайте места инвалидам, пожилым людям, пассажирам с детьми и беременным женщинам. Первая улица Машиностроения. Выход к МЦК «Дубровка». Следующая остановка – типография. Удаленное пополнение карты «Тройка» доступно на валидаторах наземного транспорта. Пополните карту в приложениях «Московский транспорт» или «Метро Москвы». Нажмите боковую кнопку на валидаторе, приложите и удерживайте карту. Приятных поездок! Типография.
Велозаводская улица. Остановка – улица Ленинская, Слобода. Улица Ленинская, Слобода. Следующая остановка – завод «Динамо». Удаленное пополнение карты «Тройка» доступно на валидаторах наземного транспорта. Пополните карту в приложениях «Московский транспорт» или «Метро Москвы». Нажмите боковую кнопку на валидаторе, приложите и удерживайте карту. Приятных поездок! Завод «Динамо». Следующая остановка – метро «Автозаводская». При выходе не забывайте свои вещи. О забытых вещах не трогай их, сообщайте водителю.
метро Автозаводская. Следующая остановка – префектура Южного административного округа. Выход к МЦК «Автозаводская». Пожалуйста, при входе приложите свой билет, безлимитную или социальную карту к валидатору. Убедитесь, что на валидаторе загорелся зеленый сигнал. Спасибо. Приятной поездки. Будьте вежливы. Уступайте места инвалидам, пожилым людям, пассажирам с детьми и беременным женщинам. Префектура Южного административного округа. Выход к МЦК «Автозаводская». Следующая остановка – парк «Легенд».
Парк легенд. Следующая остановка – Зиловский бульвар. Зиловский бульвар. Это проходная Зила, что ли? Оставили как артефакт. Следующая остановка – Автозаводский мост. Автозаводский мост. Следующая остановка – Автозаводский мост. Автозаводский мост. На Рязанку пускай едут, там никого нет. Следующая остановка – школа. Воды, кажется, много.
той стороне электробусик едет. Подъезжаем. Медицинские анализы. Какая школа-то? Ну, хотя, наверное, так остановку не будут называть медицинские анализы. Хотя, может, вот эта школа. Следующая остановка МЦК ЗИЛ. Конечная. 2М9 сразу подряд. Ну правильно, дублируют, мало ли что. Один сломается, другой поедет. Восьмое, четвертое, в слове 25, на улице 15. 25, ничего себе тут. Больше часа. Что за поездки такие? Прям вообще. Так, и он сразу назад поедет, да, тут? Без перекуров. Сюда я на М каком-то приезжал. МЦК ЗИЛ. Конечная здесь, она и начальная. Витрина тут какая. Да, час ехал, получается, сюда, час назад, сейчас поедет. Получается, и нелегко так по пробкам-то без перерыва. Алло. Алло. ЕФАС. Уже буквы отклеиваются. Вот, ладно. Нафига я сюда опять приехал, не знаю. Надо что-то еще поискать. Все, двинулся. Закончилось. Ну, жесткий маршрут. ЗИЛ. Конечно, как они там в этой люльке. Фига.
фигачит. Так, а, блин, время-то еще есть, в принципе. Сделал. Что-то как-то не хочется мне отсюда уезжать на МЦК, МЦД, вот этих вот. Так, надо 831 поискать. Где-то он здесь должен быть. А то все маршруты какие-то большие у меня. Первый вон сегодня больше часа, этот больше часа. А 831 как раз для разминочки, ну в смысле, для релакса подойдет. Не по полному, ну я и то даже не по полному маршруту. Там если интервал небольшой, то где-то вот, если найти бы его, все перекопали. Или он на той стороне. Что-то я не помню совершенно. Ну, на этой М9 и вот этот вот 700 или 800, ну, на котором я приехал. И М9 вон. Ладно, в общем, похожу тут, посмотрю, где. Может, и на той стороне. Я вообще уже так не загадывал далеко. Я не думал, что вообще до сюда доеду сегодня. Или 790 хотя бы. В общем, какой-нибудь такой. Стыкую. Ладно, с этим маршрутом все. До скорого и пока. Вход в этот ЗИЛ вот здесь. Тут метро или что это? Ну явно не здесь. В общем, это скорее всего на ту сторону надо будет перейти. Что я и сделаю. И там вот эти вот 831 только. Ну, короче, ладно, разберемся. Давайте.